так давно не играли, немножко надо было вкатиться, немножко вспомнить, а так считаю, что нормально, хорошо сыграли, главное взяли 2 очка, потому что турниры таблицы достаточно там все плотно, как бы, ну, рады победе. Готовимся дальше, что там самые важные игры впереди еще. В начале матча соперник так активно пошел вперед, да? Были готовы к такому началу со стороны соперника? Да, но мы больше думали о своей игре, и надо было показать ту игру, которую мы готовили, которую мы играем. Опять же говорю, немножко перерыв такой, все равно после, когда там, после паузы немножко там, надо какое-то время, несколько минут, может быть, период, как бы так, достаточно грамотно сыграть, вспомнить все. Я думаю, что мы так и сделали, и довели игру до победы. Как раз перед перерывом небольшое повреждение вы получили. Как себя чувствуете сейчас? В смысле? Шайба там попала в вас. А, да, все в порядке. Все нормально, в ухо попало, все в порядке.